Короче, пакую чемоданы. Майкл ошибочно вместо одного чемодана заказал два. Я говорю, зачем нам два чемодана? Мы на 8 дней летим. Ну, он говорит, ну вот я сначала хотел маленький, потом большой. Короче, за каждый надо платить. За тот, что берешь самолет, надо платить. За большой, который сдаешь, надо платить. Но это на разных линиях по-разному. На нашей линии билет был дешевый. $90 туда и обратно, с Пенсильвании до Флориды. Но столько же стоил и багаж. То есть 40 он заплатил за этот, и 40 он заплатил за этот. Большой я упаковала. Все. 35 нарядов и 5 портуфель. А в маленький класть нечего. Он говорит, ну ничего, ты же орхи купишь. Я специально это сделал, чтоб ты орхидеи домой привезла. Угу. Вот такой рассеянный, цульца бассейны, за что его и люблю. Короче, мы летим во Флориду, летим в Форт Майерс, оттуда в Нейплс, потом в Венес, потом, что же у нас потом, Сарасота, Палмерс Оркидс где-то там находится. Вообще идея полета была потому, что моя подписчица пригласила меня на свадьбу. Вот, летим гулять.